вариант 9 C3. Сначала на диаграмме ПВ объем в два раза увеличили, потом давление в два раза увеличили. Надо найти количество теплоты, полученное газом, за время всего процесса. То, что газ одноатомный, нам дает выражение для внутренней энергии 3/2 не РТ. И с первого начала термодинамики мы ищем количество теплоты Q1,3. Превращение внутренней энергии будет зависеть от разности температур конечной, это 3 минус начальный T1. А работа будет равна P на дельта V, которая как раз равна V только на участке 1,2. На участке 2,3 работа равна 0. Еще нам дано превращение внутренней энергии на участке 1,2, которое мы выразим через температуры T2, T1. Из Менделеева Клаперона можем найти правую часть этого выражения с разностью температур T2 минус T1. Подчеркнутое фигурной скобкой выражение будет равно просто P на V. То есть превращение внутренней энергии данное равно 3/2 P на V. Ну, понятно, что отсюда мы сможем потом выразить PV. Температура T3 запишем через давление объем и через Менделеева Клаперона найдем, чему он равно. 4 P на V минус T1, которое равно P на V, плюс P на V работа. Дальше раскрываем скобки, приводим к общему знаменателю и получаем выражение, в которое нам остается только подставить, чему равно P на V. 2/3 дельта У 1,2. И мы получаем ответ.